Так, короче, всех приветствую, дорогие друзья. Всех приветствую, с вами Левша. И у нас Project Winter. Как я и обещал, правда, меня позвали, там ребят сами начали собирать состав, и они такие: о, давайте в пятницу соберемся. Я такой: о, меня позвали, я такой: я с радостью. Я бегу играть в Project, да. Вот, состав у нас сегодня бомбический вообще на Project. Мы последний раз играли, я не знаю, месяца три назад, да? Где-то месяца три назад мы последний раз играли, и все было плохо тогда. Я помню, это был стрим, в котором я сгорел. Вот. Подожди, а как нажать не готов? А, уже Дэс нажал, не готов. Вот, стрим, в котором я... Я сгорел, и получается, я думал, в Project не скоро... Пойдем мы, ну, мы, в принципе, и пошли не скоро, скажем так, вот, в Project, но из-за того, что мы просто не собирались. Вот. Даже не дал нормально побунтовать, так точно. И, соответственно, знаю, многие ждут Project, многие, так сказать, любят Project у меня на канале. Вот, это уже 20-я юбилейная серия. На Ютубе есть в описании плейлист Project Winter, там все стримы, вот, особенно первые, я не знаю, с первого по 18-й все офигенные стримы. Вот, 19-й так себе. Вот, ну, собственно, пойдем. Пойду ко всем, и там начнем мы играть, начнем в игре. Там какие-то обновления были, может быть, Гидеон что-то расскажет там. Гидеон нам что-нибудь расскажет, интересно, или нет? Да, он еще не размьютился, что он с тобой должен что-то рассказывать. Вот. А что он тебе расскажет? Ты хочешь прийти какое-нибудь дела? Нет. Как там в Тюмени, как погода? Не, мне интересно, что там в игре. Ты думаешь, он читал? Мальчик, говорит, переходя дорогу, сначала посмотрел направо, а потом в глаза апостолу Михаилу. Апостолу Петру, да. Я, блин, вчера, что ли? Вчера мне кто-то рассказал, я что-то в голову зарнул. Это такая черная шутка еще, да. На трогу, кстати, не банишь за это, да? Нет. Дурик пишет, дед сказал, лишь Агалду раздает. Да, только у Деза на стриме. У Деза на стриме, да. Донатишь ему эликсиров, короче, 1000, и левша 10 тысяч голды тебя подгоняет. Это ложь. Дита наговаривает. Это лошадь, он говорит. На деле нет. Дита в сговор вступил с Дезом. Да, кто-то и Киндер скоро приедет, ракету красную. В смысле, никто не вылетел, все нормально. Мы вон Киндер ждем. Нет, юзер не отчинул, таймдаун. Он Киндер вылетел. Киндер в тимспике, да, отлетел. Будет обидно, если у нее интернет отлетел. Ты знаешь, такой, столько времени не играли вместе, собрались, и Киндер такая, ну, все. Я, короче, наверное, часа два до стрима сижу, смотрю киношку, у меня интернет пропадает. Я такая, ну, предвестник беды. Вид, ну что, там читал почноут? Есть что-то, нет? Да, новые задачи. Что-нибудь интересное есть? Ну, новые задачи, то есть... Ребят, перетяните, пожалуйста. Будет... Киндер, киньте. Сейчас спасибо, скажу. Там будет теперь два вида новых задач. Одна — это поджечь сигнальный костер. Она может быть и первой, и второй. А вторая задача чисто второй будет. Там нужно каких-то ресурсов кучу будет подтащить. Поджечь в жопу Дезу, да? Че вторая? Здравствуйте. Вторая — это куча ресурсов собрать, насколько я понял. Все, мы готовы наконец-то? Гидямав? Я на последний помню о Project'е сгорел же к херам. Еще вроде. Я помню, да. Я просто. Я думал, это последний Project будет, но нет, видишь, собрались. Немножко попустило, да? Ненадолго. Раз. Да, слышно. Меня слышно? Так, есть Левша, есть Киндер, есть. А меня слышно? Аленочка, да. Слышно. Раз. Обучение какое-то. Соня, да. Меня слышно? Ресурс. Да. Ну да, обучение, кстати, ага, добавили. Киндер, смотри, у меня сколько морковки за здесь. Я понимаю, как это звучит, но я перебью. Что мне, погрызть или коня накормить? Что сделать? О, коня, Алди, это к тебе. Не, у меня конь. Погрызть и Алди накормить. Под киндеры. Алди, мы тебе морковку принесли. Хочешь, я тебе свою засуну, Алди? Кстати, я не слышно, Алди, если ты хочешь поговорить. А он может быть уже с Махом со своим общением. Он, да, он может быть молчит, потому что с Махом вообще. Так, киндермирно, я понял все. Кто молчит, пизде торчит. Слышишь, Алди? 15 этих микросхем нужно.
Нам похуй. Мы решили, что ты маф, мы тебя будем убивать. Да, мы просто убиваем. Аптечки делать, а этот ёбочник взял и забрал мой кровь. Это не я. Сарава, не твоя вообще. Кеннер, ты что стоишь? Все по рации общаешься? Ты потом это будешь. Судья, нет, мне надо звук погромче. Так, спасибо большое за донат. Не могу посмотреть. Подожди, кто украл камни? Камни были по центру, их должно было на всех. Да, судя по всему. Я все снял, да, я все забрал. Дома, я все нахрена забрал камни. Нахрена нужны его? Я люблю тяжесть в штанах. Когда единственная тяжесть в штанах — это камни? Мы идем? Да. Алена неплохая, да. Одобряю. А чё, казах уже убежал предательствовать? Походу. А я здесь, блять, нужно 15 микросхем, вы заебали. Так, а чё ты молчишь? Я не слышу тебя. Кристина. Да? Он говорил про 15 микросхем. Смотри, у меня на спине писька. Так её не разглядеть, Сонь. Ну в смысле, прям как у Дэза. Да и в жизни не разглядеть. Розовенькая писька. Так, чё, 15 микросхем, пойдём 15 микросхем делать. Да, как будто подарочек. А чё, мы делать будем? Да, подарочек получается. Казах предатель, его с нами опять нет. Открывай. Так, с вами мирный, киндер мирный. Кристина, не отвлекай, у нас тут, понимаешь ли. Расследование. Ну, камон. А, кто сломал? Она сломана! А кто... Это, видимо, ребята, которые... Это Гидя. Это Маха, наверное, которая... Срочно побежали. Подожди, ломает только те, кто... Подожди, блядь, ломает только те, кто открывает. Нет, Дим, нет. Маху могут ломать предварительно, не открывая бункер даже. А, тут медведь, но здесь, ребят, этот есть, бункер. Что ты там, медведь отпиздила, нет? А, левша отпиздила. Одной левой, блядь. Лера, смотрите, в соло загасил чисто. В смысле, не понимаю, я для вас шутка? Так, у меня 6 микросхем. Срочно домой. Почему? А где дезертот? Нужно выгнать Гидеона. Замерзаю. Возьмите рацию. Ребята, рацию, а где дезертот? Не знаю. Ну все, видимо, оба два. Ну все, Дез и Гидя, пизди их нам. Давайте скорее. Я не знаю, так, ну где ты короче... еще нет. Сейчас посмотрим. Гидя нет, дезертота не вижу. А Дита вообще Гидя кушать готовит часто. Я пироги готовлю и аптечки делаю. О, да-да-да. Ребят, послушайте, у нас хватит голосов и на Гидю, и на Деза. Пожалуйста. А их двоих нет? Их двоих нет, они мог. Три пирога, две аптечки, вон они валяются. Так, Дез и Гидя, а вы... Ну, насколько вы ребят, уверены? Три голоса в Гидю, три голоса в Деза. Да-да-да. Теперь Деза. Так, ребят, у меня 6 микросхем этих. А у вас? У меня. Так, все, я теперь с вами. Разбирайте аптечки, разбирайте пирожки и типа погнали. Ребят, послушайте, пожалуйста, вместе. Сколько у нас микросхем? У меня 6. У меня тоже 6. А шестеренки есть? Все, пойдем ставить, пойдем быстрее ставить. Рюкзак сделать. У меня одна микросхема. Пойдем поставим, нам хватит, по идее. У меня сейчас почти откатился ящик, кстати. 6 плюс 6. 12. Нам не хватит. Ну там еще должны. У Сони еще. Там бункер сверху, там может. Ну ё, нам одно не хватит, ребят. Еще. Там бункер откроем. Кто на фиолетовой рации? Бункер откроем. Я на фиолетовой рации. Короче, я догнал такие эти следы, блядь, которые мы нашли. Это Гидеон, он гонится за мной. Мы пытаемся убежать. Мы после того, по рации смотри, ты видишь на рации, где я? Вот я бегу. Кендер, беги за мной. Нет, не отображается. У меня он отображается. У меня хп очень мало, пытаюсь добежать до дома. Короче, это Гидеон за мной бежит. Вроде отстал. Вот я, если вы ко мне бежите. Мы спасем. На, вот я кинул аптечку, кинул аптечку. Он отстал. Отлично. У меня хп уже нет. Вы меня изгнали, блядь, уберите голос, я погреюсь. Не поняла. А чё тогда? А кто тогда? Бункер, быстрее, надо 27 секунд туда, 27 секунд, давай быстро. Так кроме Гидеона, мы то, что Гидеон, это мы уже поняли сразу. Ну откуда, блядь, мне знать? Я догнал только Гидеона. Откройте, запустите в дом. Аудик же... Кто топает, бро? А.
Да ты же знал, что я здесь. О, Дест, пожалуйста, как вовремя. Подними меня быстро, у меня времени нет. Где-то лежит и под ней Гидя. Под ней Гидя, осторожно. А что ты меня не убил? Здесь Гидеон. О, не поднял. А, поднял. Гидя стреляет. Сука. А я ему, кстати, немножечко сняла там, то есть он коцанный, мы с ним файтились. Не знаю, сколько я ему сняла, надеюсь. Гидя внизу под скалой. Гидя под скалой. Слева от скалы выходит. Слева от скалы выходит. Осторожно с дробовиком. Вижу его. Бегите вызывайте кто-нибудь. Окей, okay, я побежала вызывать. Я бегу вызывать. Беги. Да здесь капкан, блядь. Блядь, окей. Неловко. Он Соню погнал убивать. Соня, это он тебя? Да. Ты выживешь? Ты нормально или бежать? Я убегаю налегке. Убегай, вызывать. Я ушла, нормально. Там посылка недалеко была. Давай с другой стороны лестницы, Димас. Не, здесь лучше. Он от нас отстал. Отстал, окей, бегите к вертушке. Сейчас окажется, что Дита маф, кек. Я сел вверху вертушку. Давай. Я Дэза подозреваю, жестко. Залазь все. А кто еще? Где-то пришла. Пришла ее встречать. Да все, он уже убежал наверх куда-то. Он забил на нас. Ой, неплохо. А что такое? Неплохо. Почему он так обосрался? Размьючивайся. Это была маха? Казах, а ты чё, да, откинулся? Да, я просто решила... Да. Я, короче, сейчас расскажу. Ну, левша, я, вот ты танкист, конечно! Это просто чё, ужас! Чтобы вы понимали, ту светяшку, которую брал левша, там, короче, меня... Я побежала туда, вот, меня встретил Гидя, он меня транквилом, короче, ну, типа, отравил, не смогу разговаривать, бежит казах. Это был не транквил, это был новый предмет, который отключает рации. Да, нифига себе. Скажите мне, а кто открыл вторую предательскую посылку? Дита, я. Она была перечим. Это жестко. А удивительно, а раньше они не могли. А зачем играть за мафов тогда, если предательская вторая посылка всегда падает в одном месте? Ну, это классно. В одном месте, серьезно? Нет, я не вижу смысла играть за мафа. Ко мне бежит казах, говорит, казах, помоги мне, Гидя встречает. Но я казаху с осторожностью, потому что инфы по второму мафу еще не было. Так вот, мы бежим, казах там клубись, урон. Меня Гидя жестко еще откирать. Короче, мы откисли вдвоем от Гиди, собственно. Левша, когда ты брал эту светяшку, там было 3 мины. Ты их все обошел? Танкист? Да, все 3 мины. Да? Это как? Все обошли все 3 мины, я удивлен. Левые мины? Левые, да, где Дима брал светяшку, да. Там вокруг было, понимаешь, там вокруг было. Он сапер, а не танкист. Сапер. Так я просто подбежал, подошел, взял и пошел. Просто все 3. Походит. Мы посылочку не дождемся, они починят. Кто здесь? Помогите, пожалуйста. Где? Нам нужно одну шестеренку. Левша, закинь шестеренку. Левша. В смысле? У меня нет шестеренки. У меня нет шестеренки. Микросхема нужна? У меня нет. Микросхемы нужны? Дерево возьмите. Так, нет. Стой там. Дим, не надо, Дим. Дерево, идите в хижину, крафтите. У Деза есть. О, смотри, есть стекляшка. Что у меня есть? У меня ничего нету. Так, ты камень взял. Нет, я не брал. Ребята, идите скорее за микросхемой. Бля, давайте быстрее. Вот тут камень и дерево возьми. Где камень? Давай я быстрее сделаю. Вот, у меня в руках один камень. А что еще нужно? Шестеренка. Капец, неужели не успею? Надо забрать. Давай, киндер, а вытащи сейчас там, можешь вытащить? Налево вниз. Где детдом? Не детдом, да? Левша уже разочаровался, да? Да. В 34 года где детдом? Где сейчас сажать? Да, я сейчас скину. Да. Я мясо там скину. Дом, он просто спросил. Возьмите. О, мяско. Надеюсь, не отравленное. Не знаю, что мясо. Заметьте, казах съел. Выдыхает углем. Мясо. Казах, мясо. Тоже отравление, может, можно купить, да?
А что сразу вышли? WNE нам надо, ребят. Куда вы? WNE. Ну, очевидно. Одна светяшка внизу была, где-то из косок. Да, проблема в том, что там животные сейчас будут жесткие. Ой, ебать, прям в лицо мне. Сука, слезь, блядь! Вы видели, да, я на медведе посидел? Покатался? Ёбаный Миша. Покатался, да. А есть косяк рукавой? Есть косяк рукавой? У меня есть, у меня. О, давайте сдохнемся в бункере. Звучит как я на улице костер поставила. Да, давай сдохнем здесь, не выходите. О, ну, ягодки. Шел, кстати, давай я мясо принесу, Гидя, а ты ягоды, и мы сделаем кучу пирогов. Чё ты? А давай поедем сидеть. Блять, вы охуели. Сука, крыса, блять, это левша, да? Топлячка докинул. Ну чё, давай тоже по приколу его убьем, раз он по приколу взорвал нас. Да нет, давай. Погнали на N, ребят, погнали на N потихонечку. У меня еще есть, ребят, этот. Надо какой нам открыть, на N, нам нужно вышку эту. Давай, на давай, вышку, давай. Надо эту вышку открыть. Дим. Че? Мне кажется, Дима там между сломать и использовать. Я в прошлый раз не сломала, нахрен. А это ты в прошлый раз сломал? Я же говорил, кто сломал. Да, это я сломала. Да что, боже, чайки, я не вставала к этому ящику, чайки, реально. Тай. Почему? Ой, там медведь черный. Зайдите внутрь в хижину и посмотрите, там вдалеке медведь черный ходит, сучара огромная. Габелла. Короче, получается, я думаю, стоит надеяться на то, что они просто от медведей сами откиснут. Нам нужно идти на F и на E. Надо удобный шанс. Погнали, идем с Димой. Алена! А, и чё? А чё, ты мне не доверяешь? Открываем бункер. Киндер перед тем, как зайти. Блин, а чё за херня? Почему вообще нет? Чё? Хера нет, да. Надо видать, а, кстати, есть один перебежчик, может быть, получится его на нашу сторону потом. Мы можем вот этих всех убить. У меня есть такая тема, которая скорость бустит. Давай их здесь убивать сейчас. Давай. Чё Димон килл сейчас? Энергетик. О, а, это Дима, это Дима, это Дима. Дима, а? Дима, да. А чё, он Дима соло поставил нападать? Не, Дима и Соня может быть. Соня. Так. Осталось где-то. Иди, тихо, добивай быстро, я ее догоню. Хорошо. Нихера у тебя мяса? Сколько? Соня, она убежала, короче. Ты добила их? Да, этих я добила. Этих я добила. Так. Я пошел эту штуку сломаю быстро. Отжирайся. Нет, это точно не Алена. Алена же мы убили вместе с Киндер. Получается, убежала Дита. Кто-то оделся. Блять, лоси, идите нахер, мне, блядь, не. Когда тебе, блядь, лоси, просто случайно прохожие лоси, блядь, весь план тебе портит. А, не, нормально, четко расставил, видите, капкан. Они уже ходили, тем более, здесь, блядь, они что, возвращали? Я не видел, чтобы они возвращались. Получается, новые какие-то. Ну, ждем, когда кто прибежит. Геймплей просто пушечный. Да, точно, это не Алена. Алена бы ответила, а это какой-то мудак. А кто? Ну, Алдиар, я думаю, сказал бы. Гидеон плюс-минус мог сказать. Дезерто, скорее всего. Дезерто, да хер прокормишь. Кстати, может, вы два трупа там видели, девчонок? Или один? Да, 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 два. А? О, тихо, стекляшка. Найс. Окей. Где он? А, снизу стоит, я поняла. Больно, левша! Ты дурак, что ли?
Блять, еще один осколок! Дай, да сука, серьезно! Ну все, пацаны хотя бы донесли. Ну, минус один маф, так что. Не хватило скилла, скиллушечки. Писечки. А, они один занесли, они должны сюда бежать. Либо, либо, да. Че это такое, че это? Давай, бегай. Ты не надо было тебя убегать. Я пришел за тобой, блин. Не надо было убегать? Да. Вы меня убивали! Давай, Гитька, давай. Угу. Все, не успел. Давай, 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 я верю в тебя. Давай, 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 давай. Давай, не-не-не-не, давай, 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 Димас, давай! Блять, не давай! Я понял. Что ты выбросил вещи? Раз, господи, блядь, ты пиздец охуенный. Кулака уебал, блядь, гандон. Боже, блядь, красава. У меня хп не было, сука. Пошел нахуй. Так, костер погреться, короче, ты утаскиваешь эту штуку, я иду вниз. Давай, 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 мне пожрать надо. Блядь, подними, ладно, что заебал. Ой, блядь. Блядь, а как ты мне с кулака, сука? Бля, мне... Боже, Гиди, ебаный ты в рот, Гиди, а ты чё? Я же сказал, отойди, я с арбалеты его ебану. Блядь. Всё, пизды на тот свет. Так его, наоборот, быстрее добить, чтобы с него забрать. Так в том и дело. Морозить, морозить надо его. А, им починить же ещё статус надо, электростанцию. Нет, не, ну допустил чуть ошибку, блядь, до этого катку-то затащили, нормально всё. Двоих зарубил, потом чуть ошибся и всё, а так... Все, это победа. А то, что у меня уже, блядь, хп на минимуме. Ни холода, ничего уже нет. Я там, блядь, на дно ушел, не видно даже. Соня, ты че молчала? Соня, ты че молчала? У меня отрубилась вся связь голосовая. Я не знаю, почему. А я тебя бил? В настройках я не могла отключить. Да, ты меня убил. А я тебя бил, поднял? Я такая... А ты зачем в Алену оделась? А ты что, не видел, что я это... Красный. С предательством сочком. Все, победа, Соня, тащили. Сдохли хорош. Все, блядь. Сдохли все. Все просто сдохли. Полностью, блядь. Не выжил никто. А у меня еще проблема была, что после того, как левша меня нокнул, у меня еда в ноль, тепло в ноль. И я просто потом бегала, лишь бы найти, где похавать и погреться. Да. Для меня Димон спалился, когда он бункер не открыл. Потому нет, что я подожди, в прошлый раз случайно так же нажала. Алена, подожди, он ты хихикнула над этим, и мы идем дальше, и он запивается и залетает внутрь. Да, такая, да, а да, что я запился? Я говорю, я говорю, блядь! Выпил, нет, я так понимаю, я начинаю кричать, да, и он уже там киндер добивает, я такая... Ну так все просто, да, мне надо было вас... Стандартная вас... ситуация, да, бухой белый мужчина заходит в хату. Выпить, блядь. Я что делал? Добра, блядь, не жди. Он реально бухнул, да, и пошел. Для храбрости, видимо. Не, на скорость я это... Как вы видите, я сюда пришел бухнуть. И снести ебало женщине. Как видите, я уже бухнул.